Некоторые не придают большого значения этому посту, но этот пост настолько укрепляет нас в нашем духовном делании, в нашей духовной жизни, трезвит нас, разумляет. Мы на этой неделе оканчиваем его. И это значит, что мы в душе своей приобретаем некую близость к Богу. Мы стремимся к тому, чтобы подражать Господу, Его Пречистой Божией Матери, святым апостолам, всем святым, в их добродетели, в их неосуждении, терпении, смирении и, конечно, любви. И пусть Господь укрепит силы ваши душевные в делании заповедей, служение Богу и ближнему. И помните, как важно перед Богом служение ближним, как важно не ранить, не обидеть ближнего, как важно поддержать и помочь. Всякое ваше, даже малое прошение, даже ваше малое дело, оказанное ближнему, принимается уже навечно, принимается в вашу сокровищницу духовную, которая не погибнет. Всякая ваша милостыня, всякое ваше доброе дело, оно будет освящено Богом, Его любовью. И поэтому стремитесь к тому, чтобы служить Богу так же, как Он служит Богу и ближнему своему, ближнему как образу Божию, с любовью. Чтобы каждая ваша милостыня, каждое ваше добро было без сожаления или какого-либо рассуждения, дабы вы были истинными Христовыми учениками. Храни вас всех Господь на предстоящей седмице, во вторник мы празднуем память святых апостолов первоверховных Петра и Павла. В нашем храме будет совершена в 7 часов утра божественная литургия, а накануне в 5 часов утра вечернее богослужение. А на следующий день собор 12 апостолов будет традиционно престольный праздник в храме 12 апостолов в Уютном. Храни вас всех Господь, и причастники, выслушайте благодарственную молитву. Слава тебе, Богу! Благодарю тебя, Господи Боже мой, яко не отрекся от грешного, но обще меня быть святым своих подобил иди. Благодарю тебя, яко меня недостойного, пресвятитеся пресвятице своих небесных даров, подобил иди, но владыка человека любче нас рады умерших воскресы, и даровавы нам страшные сие же творящие таинства, во благодеяние освящения Духа Телесного.